Эта улица называлась Пензенская. Ну, а стоим мы с вами перед интереснейшим зданием. Дом построен в 1900 году. И построен... Московский основняк. Здравствуйте. 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 Новенький просто. Здравствуйте. Слушаем. Здесь как бы я кратко потом перед началом еще повторюсь, но вы как бы перед тем, как подписывать, прочитать, тут совсем не надо. Ага. Как бы велопробег такой небольшой, велопрогулка, скажем так. Ну вот по тротуарам переходим мы только в проездную часть места определенно. Так что больше у нас все принято. Образовательное, чем спортивное. Да я понял. Ну все. Ну что, бро, за наш велопробег? О, пушечка.